Сочи сгорела квартира. Пожар произошел на улице Виноградной в центральном районе в многоквартирном доме на первом этаже. Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы. К месту происшествия оперативно были направлены огнеборцы. По прибытию они сразу же приступили к тушению. Через несколько минут очаг возгорания был ликвидирован. К счастью, пострадавших нет. Причины пожара устанавливают специалисты. В Сочи мужчина выстрелил в оппонента из пистолета. В полицию поступило сообщение от граждан, ставших очевидцами конфликта на автобусной остановке. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. Установлено, что в результате потасовки один из участников выстрелил в сторону другого из аэрозольного пиротехнического пистолета. В результате ранил приезжего из Кемеровской области. Полицейские задержали участников конфликта и доставили в отдел. В отношении молодого человека, выстрелившего из ракетницы в потерпевшего, возбуждено уголовное дело.